Как прекрасно, что историю можно изучать не только по книгам, а вместе с командой «Интурист». С лучшим гидом-историком на комфортабельном автобусе вы отправитесь в старейший город планеты – Эфес. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была с собой вода, солнцезащитное средство, головной убор и удобная обувь. Тогда ничего не сможет отвлечь вас от увлекательного рассказа нашего гида. Эфес – один из самых хорошо сохранившихся памятников архитектуры. Вы окажетесь в красивом амфитеатре и почувствуете себя зрителями гладиаторских боев или театральных выступлений. Представите, как здесь жили и любили другие люди. Эфес – город, в котором находилось одно из семи чудес света – библиотека Цельсия, которая сохранила свои прекрасные очертания, важные детали и славилась на весь мир, а также статуя богини Найк, красивые мозаики, подчеркивающие былую роскошную жизнь жителей города. Это все только капля в водовороте его истории. Город подобен спящей красавице. Он завораживает. Вам откроются его тайны, и вы узнаете, что стало причиной его исчезновения. В хорошем настроении после экскурсии мы отправимся с вами к дому Девы Марии, затаившемуся среди сосновых лесов. Это место паломничества всех христиан. Считается, что Дева Мария помогает женщинам, мечтающим о материнстве, а также излечивает от различных недугов. На территории дома Святой Девы Марии находятся три священных источника – любви, здоровья и счастья, воду из которых не только пьют, но и увозят с собой. С этим местом связано много удивительных историй, о которых расскажет наш гид. Увлекательная экскурсия «Эфес» и забота команды «Интурист» – отличный подарок для тех, кто любит историю. Обязательно возьмите с собой детей. Это лучше и познавательнее, чем уроки в школе. Поездка займет целый день, поэтому не забудьте взять с собой пустые емкости для святой воды, наличные деньги и фототехнику, чтобы сделать фотографии на память.